Самоизоляция – время постигать что-то новое. Читать книги, учить языки, искать в себе новые таланты. В этом выпуске ты узнаешь, кто может навестить тебя во время карантина, даже если ты совсем один и никого не ждешь. Представьте, очередной обыденный день дома. Вы соблюдаете режим карантина, и все, что вы себе позволили за последнюю неделю, так это пригласить соседей поиграть в настольную игру. Все в сборе, разгар веселья. Но все прерывает жуткий треск потолка и внезапный гость, свалившийся буквально с неба. Кажется, хозяин квартиры забыл о главном своем соседе, который настолько скучно проводит самоизоляцию, что буквально ворвался на танцпол. Но ничего, теперь ему будет чем заняться. Ремонт – штука не быстрая. Но порой незваными гостями становятся не только люди. Этот медведь явно очень социален и в отсутствие общения решил наведаться в жилой дом. К счастью, жители оказались ответственными гражданами, соблюдающими все правила карантинного режима. Извини, медведь, самоизоляция. Правда, везет так не всем. Этого жителя загородного дома все-таки застали врасплох. Да еще и кто? Енот. И как его теперь выпроводить без контакта? Так еще и соблюдая расстояние в 2 метра. О штрафах и законах енот, судя по всему, не слышал. Енот, к слову, оказался очень настырным и наглым гостем. Как итог, нападение и разбитая камера. Обидно. Прекрасный вечер за городом. Влюбленная пара уединилась, не думая о тяготах жизни. Казалось бы, никто не может помешать их идиллии. По крайней мере, они так думали. А зря. Что это? Да это же крокодил! Подкравшись, он внезапно бросается на девушку. Парня как ветром сдуло. Хрупкая девушка остается один на один с крокодилом. Она отбивается и чудом выскакивает из бассейна. Парень помогает отогнать незваного гостя. У девушки шок. Кажется, для самоизоляции она выбрала не того кавалера. Хочешь тоже попасть в эфир? Тогда присылай свои видео, на которых весело и оригинально проводишь время в самоизоляции, на сайт chtv.ru. И помни, карантин не страшен, когда дома ярче.